Всем привет, с вами как обычно я, Сумасшедшая Гевайя. И со мной сегодня я. Да, вы не видите из-за затемнения, от солнца его лицо. Но это Вадим. И Степа. Да, и Степка. Но он такой закадровый челик. Ой. Сегодня мы будем просто на улице снимать. Хрень Вадим. Какую-то. Не надо. Мы будем на улице какую-то. Блин, хочется сматериться. Ладно. Будем какую-то фигню творить. Смотрите. Тихо. У него там камень. О, его теперь видно. Так. Давай, пускай. Так. Ты его был? Так. Ну и что нам делать? Что можно найти такого? Видно, на полу! Да по логике можно... Сумасшедших огибать, это просто спали площадку. Я Миша. Называй меня просто Миша. А-а-а! Зачем в оператора стрелять? Вот ты вчера так не мог сделать, а я могу хоть отсюда. Типа. Чё тут? Идите сюда. Вот какие тут повреждения. Чё, есть повреждения со вчера? Вот они. Повреждения сильные. А Тимих, ты же можешь слоумо сделать. Бабка хоть маги, она всем кидает. Ну не, я не умею так монтировать. Я хочу ещё... Я скидываю маги. Вот этот камень нам так, просто... Вот этот камень нам просто очень сложно скинуть, поэтому... Да, он тяжелый. Это надо мне и Вадиму. И мне. Не, Степку не обязательно. Степ, могу тебе передать это? Камеру. Только ты, главное, мое лицо не снимаешь. Куда скинуть? Давай. Вот сюда. Пойдет. Степ, снимай. Сюда. Вот сюда скидывай. Ну, я не буду кидать на это просто. Да, блин! Эпично. Еще снесите. Давайте большой, Степ, не болит. Я не полю. А да блин. Знаешь, какой прикольный мяч скидывает? Да. Он на, типа, на такой на дудку. Показывай сюда. Все, показывай. Мы вот на этот камень будем скидывать. Вот этот. Да. Сейчас вот именно вот этот. Смотрите, тут остались от деревяшек штуки такие небольшие. Ой, реально. Все чисто за кадры. Челик, он почти не разговаривает. Да, да, конечно. Миха, а что будет, если я скину на бутылку? Нет, нельзя. Так. Кстати, запись уже этой минуты идет. А? Чего вас не снимаешь? В смысле вас не снимаю? Вадим, да кидай, но не в меня. Ты что там? Опять немножко поможет. Я попробуем это скинуть? Может? Давай. Хорошо. Все, Степ, внимательно снимай, отходи. Стоп! Стоп! Только подумай. Миша, как... закрой лицо. Миша, закрой. Лицо. Так он уже полюбас спалил. Степ, ты зачем так поставил туда песок сейчас залить? Так я помогать буду. Так, стоп, стоп, стоп. Я на этом моменте спалил лицо. Поэтому я это вырежу. Вместо этого ставлю вот это. Ну, то, что я сейчас делаю. Короче, я вам хотел сказать, что вы подписались. Все, давайте. Что за тяги? Пока... Тяги к ФТМ. А, хотя... приготовь, что за что за тяги? Байфет мид. А, приготовь, чем будем скидывать. На что, точнее. Может, этот камень подложить. Да возьми, он не тяжелый. Да я... Ну, неудобно одной рукой. Тем более левой. Стоп! Не скидывайте! Не скидывайте! Ну, я буду... Лучше снизу наблюдать, Степ. Не. Да. Ну, давай вот так вот. Вот так. Он может не долететь, понимаешь? Раз, два, три. Ух, ема! Попало! Ема, я снил! Ну, я... попало! Ема, я снил, как попало! Я снял, как попало. Зверь, Миха, как вдавила! У него что, смотрите? Что за тяги? Байфет. Вот тут это отверстие. Бля, а ты, Миха, зачем сломал? Чё, на чём попробовал? Что за тяги?
Байхатные тяги. Если вы хотите что-то это-то, ну, скинуть на что-то, тогда напишите, на что вы хотите скинуть. А мы вот пока какая вмятина. А? Смотрите, на чем мы хотим скинуть. Куча флип. Поехали. Да подождите вы. Ух, ема заснял. Смотрите, видите мячик? Видите, уже летит мячик. Все, смотри. Приклеилась, потому что я так сильно ясно. Подожди, сейчас. А все, подсними, зырь как тут. Зырь, что тут? Да подожди! Пока мы ждем, снимаемся, оператор снимает. Снимай, Стёп! На этом моменте я тоже спалю лицо, поэтому на фоне моих машинок, моей коллекции, я прошу подписаться. Всем пока! Заснял ему! Красава! Ема! Сними, Стёп! Потом, нет, сначала. Стёпа, а ты его? Нет. Стёпа, а ты его? Нет. Смотри! Смотрите, насквозь! Насквозь прошел! Подожди, ты дай подснять! Вон нахрен! Я? Насквозь пробила! Видит. А чё будет этот след? Так положу. Вадим пинул пяткой мяч. Это уже третий раз, когда я спалил лицо. Ну или даже уже четвертый. Ну и на фоне моей аватарки полной. Говорю вам всем, поставьте лайк и подпишитесь. Всем пока. Убирай камеру. Иди сраку. Снимай камеру. Вау, еще одну дырку сделали. Вот. Квазная. Зырь! И это еще пробило. Ну, подожди. Это что-то чую. Это что за... А, тут... Называют... О, ладно. Что можем еще сломать? Не знаю. Была бы чужая бы бутылка сломана. Здравствуйте. Здравствуйте. Что мы тут делаем? Угадайте, чей мяч. Чей? Что за тяги? А что это за тут мяч? Это мой. А что ты его... Так, короче, пытаемся вот этот мяч на дерево закинуть. Что еще можно? Не знаю. Так. А вот на этом танцующем Фредди я хочу закончить ролик. Потому что на тот момент у меня закончилась память. Короче, всем покедова и хороших каникул.